Все. Вот паспортные данные. Вот Мурат Хая. Айдарова Вазира. Вот Вазира. Да. Вазирочка. Покажите, что это твой профиль. Вот, подписан. Вот видите, Мурат Хая. Так. Мана, это ее паспорт. Угу. Вот. А это Дильнозочка наша. У Дильнозы не было фотографий в профиле, но там было фото ее сестры. Угу. Вот сестра. Где сестра наша? Покажите сестру. Вот наша сестра. Сестра. Вот это она. Дильноза Па у нас в этом положении. Беременная. Сегодня будем оформлять все. И передадим. Кстати, я хотела отметить о том, что Вазира, она собирается сегодня подарить эту машину своей маме. Я считаю, что это очень большой, я считаю, это очень достойный поступок любого ребенка. И он заявляет нас всех, что это фарза. Вот мамочки. Вазирочка, а наша Дильноза вот особая тоже, потому что она беременна. Дохалеса Костеймасын через месяц она родит ребенка. Сказала, если родит дочку, назовет ее Муниси. А еще в тот момент она лежала на сохранении. Да, кстати, она лежала на сохранении, когда она узнала о том, что она выбрала машину. Хамаса Агатта Бумазан. Вот видите, какие бывают вещи. Вот. А сейчас мы вам будем показывать все. Оформление все письменно. Да. Паспорта вы видели, все вы видели. Так, идемте туда, да? Ключи, да, нам. Идем, переход, идем туда. Пойдемте туда. Где мы сейчас находимся, Муниса? Минусовод Автосаудоги Пьемс. Как я до этого сказала, спасибо огромное им за поддержку. Подождите, я должна все показать. Номер. Так, видели, да? Хайдарова, Вазира, Дришот Хуза. Это первая, Вазира. И Икинчисы Курсаты. Вот вторая. Махмудова Дильноза Равшановна. Которые были паспорта, покажите свои девочки. Вот. Махмудова Вазира. Махмудова Дильноза. Вот. Махмудова Дильноза Равшановна. Это первое оформление, и это Хайдарова Вазира Дильшот Кызы. Хайдарова Вазира Дильшот Кызы. Вот они вдвоем. Подписывать нужно что-то или нет? Давайте подписывать. Вот Муниса будет вместе с ними подписывать. Ты иди сюда, опа. Я буду здесь вот так стоять. Давай. Это кто подписывает сейчас? Вазира подписала. Хайдарова. Хайдарова. Не верили, видишь, люди? Намабуатта спрашивает. Скажи. Без конкурс, гид конкурс, не знаю, вот хозяин. Ва икте спар конкурс тавалади. Ва бу икте инсан, а икте спар да галиби болды. Дильноза и Вазира. Все. Теперь ключи вручим, да? Да. Карима моя. Здравствуйте. Я там сзади. Ага.
Сфоткайте в беге. Именно когда ключи вдоручают. Вазирочка. Ключики от нового спарка. Покажи, какой спарк. Вот новый спарк, абсолютно. Это какая позиция? Да. Это какая позиция? Вторая позиция спарка нового. Вот. Вручай. Ключи отдаем. Ура! Поздравляю. Так, а это от этого. Так, но запе. Идем, тебе тоже машину. Машина? Вручаю. Ключи дала? Когда выиграли, да? У мамы день рождения костей. Вот все, которые здесь. Вот представитель Минусобот Автосавдо. Вот покупайте машины только у них, потому что у них, если вы купите машину, вы можете сразу забрать и уехать на своей машине. Да, Мунис? Да, кстати, да. Здесь очень много привилегий есть вот именно в этом автосалоне. И почему мы выбрали, посмотрите. Очень многие задают вопрос, почему мы выбрали именно этот автосалон. Во-первых, у них очень хороший сервис, во-вторых, они все делают очень быстро, очень аккуратно, очень профессионально. Как вы видите, я пришла за 2 минуты, и мы уже сделали все документы. Все, что нужно, у них здесь есть. У них здесь свои юристы, свой нотариус, все у них класс. Как видите, здесь у них продаются все авто и запчасти, и масла, и все, что хочешь. Спасибо большое еще раз. Минусобот Автосавдо. Спасибо. Всем спасибо большое. Толпы, да? Мы сохраним эфир, чтобы кто не успел посмотреть, увидел, как было вручение. Фотосессия с победительницей, Вазирочкой. Все, я выключаю эфир, да? Mm-hmm. Всем спасибо. Муниса, попрощайся. На самом деле, получили свои машины и уезжают на них. Все. Бай-бай, скажи. Всем пока.